прошлого года в Кандалакшском районе идет активная борьба с нелегальными перевозчиками. Пользоваться их услугами для рейсовых междугородних поездок сотрудники правоохранительных органов кандалакшанам настоятельно не рекомендуют. Регулярные проверки именно у них выявляют самые грубые нарушения. В ходе проведения рейдовых мероприятий у нас был выявлен факт, когда один из водителей одного из незаконных нелегальных перевозчиков осуществлял управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Более подробно объясню. То есть водитель, который осуществлял движение по маршруту Кандалакш-Мурманск, находился в состоянии алкогольного опьянения. И при этом он перевозил пассажиров. Также проверки, которые проводят сотрудники полиции во время рейсовых поездок, могут быть весьма продолжительными, если у перевозчиков не все в порядке с документами. Страдают в таком случае, конечно же, обычные люди, пассажиры. Поэтому кандалакшанам рекомендуется внимательно выбирать средства передвижения. По поводу легальных, такая информация, она общедоступна, имеется на интернет-ресурсах того же УГАДАНа, Министерства транспорта. Я обратил внимание на то, что в городе после проведения мероприятия вот такого характера в газетах стали появляться любопытные вещи, но это игра слов, где реально нелегальные перевозчики пишут такую фразу «официальный перевозчик». По решению членов Координационного совета, позже список официальных перевозчиков также будет опубликован в печатных СМИ. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.